الحمد لله أحببنا داغستان جدا بالرغم من الصعوبات التي واجهناها في الطريق، وكان المشوار كبير جدا، ولكن الحمد لله يعني فرحنا عند وصولنا المطار الحمد لله. طبعا يعني لنا معجبين كثيرين جدا في داغستان، ودائما كانوا يتحدثون معنا ممكن تأتي إلى داغستان، نحبكم كثيرا، والحمد لله يعني جئنا إليكم ونحن سعداء جدا. يعني عمر حج تحدثون معنا حوالي سنة ونصف هكذا أو سنتين، ولكن بسبب أوضاع كورونا، فالحمد لله نحن موجودين بعد أوضاع كورونا. أنا أتمنى والله أن يشفي الجميع وأن يزيل هذا المرض وهذا الفيروس إن شاء الله. Слышали вы раньше о Дагестане и о дагестанцах? И если слышали, что вы слышали? نعم سمعنا عن داغستان كثيرا، سمعنا أنهم يحبون قراءة القرآن والأناشيد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم يحبون أناشيدنا، يعني الناس تبعت لنا باللغة الدغستانية عن أناشيد لا نفهم الكلام، ولكن هم يحبون الأناشيد التي نفعلها. Что было за эти два дня? Какая встреча, может быть, какая поездка? هو أول شيء سنبقى الذكرى الطيبة التي خلطتموها فينا ومقابلتنا أمس مع سيادة المفتي داغستان، قال لنا نصائح مهمة جدا لحياتنا ونصائح دينية، وقال لنا لا تنسونا وإن شاء الله نحن لن ننساكم ولا أنتم لا تنسونا إن شاء الله. Скажите, насколько было ли легко работать с звездами такого мирового уровня? Конечно, мы были приятно удивлены, мы знали, что они профессионалы. Было очень легко. В течение там часа, по-моему, полтора часа мы записали этот нашид. Было даже столько не было, вот, как Яхья говорит, было очень легко. Но они профессионалы. А у вас будет в дальнейшем ваше совместное творчество? Планируете? Планируем, да. Об этом как раз мы вели переговоры, и завтра у нас уже, когда вот после этого вечера закончим, уже, наверное, сядем, более детально обговорим эти вопросы, иншаллах. Они пели, исполняли нашид на русском языке, так? Да. И почему вы выбрали именно такой вот вариант исполнения? Вы знаете, мы вообще-то планировали, чтобы они исполняли нашид на арабском языке. Так как один из них захотел исполнить на русском языке, и второй тоже после этого изъявил желание исполнить. Он говорит, если нет проблем, я тоже хочу исполнить на русском языке. Но не скажу, что было сложно там им помогать, да, поддержать их, чтобы они правильно произносили эти слова русского языка. Но чуть-чуть пришлось позаниматься. А вот вы как исполнитель нашидов, на кого вообще вы ориентируетесь? Кого вы считаете вот в этом жанре самый лучший? В мире, конечно же. На мой взгляд, конечно, самый такой исполнитель нашидов – это сами Юсуф. Он один из первых тоже является исполнителем нашидов. Ну, уже, ну, Майгер Зейн тоже уже, можно сказать, на его уровне –